Гостєвий майданчик. Да, да, сьогодні... В ранішнє чаювання є традиційною англійською традицією, але сьогодні ми не на тему англійської мови і не на тему Англії будемо говорити. Про що ми будемо говорити? Ми сьогодні... Історична подія, друзі. Я сьогодні... Вперше в історії ранкової кави вікенд гостя буде представляти його величність Віктор Душак. Фанфари прозвучали? Сегодня не я самый главный человек здесь, и даже не Паша, который все делает подводки к нашим очередным сюжетам. Сегодня главный человек на нашем гостевом майданчике, я, видишь, не могу перейти. Это Тимур Корчевский. Это мой друг, это фанат немецкого языка, это переводчик с немецкого на русский, да, или на украинский. Ну, фрилансер, что еще? Много можно говорить, потому что это... Найглавніше – викладач німецької мови. Да, самое главное – это преподаватель немецкого языка. Да, здравствуйте. Да. Да. Пригощайтесь чаем, але ми будемо говорити про... Это не англійське, он чай не п'є, это англійська традиція, поэтому нормально все. У нас немає пива. По класике, да, должно было выпить пиво, да? Баварское. На Октоберфесте. Ну, да. У нас, я колись задавав питання, ну, не німцям, але чехам, кажу, який ви більше чай любите, зелений чи чорний? Ми любимо пиво. Пиво, так. Да. В Німеччині десь. Давай говорити о том, да, чому ми позвали клуб Тимура. Клуб розмовний, як це правильно називається? Це ж... Как это правильно называется, Тимур? Розговорний клуб німецького язика. Или Deutsch Club, если быть... Deutsch Club. Перше засідання Deutsch Club відбулося минулими вихідними у Провансі. Да, і у нас сьогодні второе засідання, да? Два кофе в Провансе, я бы сказал. Да. А вот, ну, Тимур, расскажи, почему, что тебя сподвигло на это, что ты хотел вот этим отдать от себя и дать другим? Да, как бы идея этого клуба давно была в голове. Если бы кто-то сделал этот клуб раньше, если бы кто-то сделал такое мероприятие раньше, я бы с удовольствием туда пошел. Но поскольку никому, может быть, идея приходила, но руки не доходили, поэтому пришлось брать все в свои руки, да, и сделать это. Ну, как бы, если серьезно, то если только подумать, что вот у нас в городе Кировограде на самом деле много людей, которые знают немецкий язык. Только педуниверситет каждый год выпускает около, наверное, 30-40, ну не знаю, как сейчас, вот людей, которые, скажем так, хорошо знают немецкий язык. Кроме того, переводчиков есть... с немецкого языка и преподавателей немецкого и языка. И учителей немецкого языка, и переводчиков также. Я думаю, есть и другие категории, такие как люди, которые, например, работали в Германии или жили какое-то время в Германии, или, например, учили немецкий язык где-то в другом месте, кроме педуниверситета. Наверняка есть люди, которые вот приехали с востока Украины, скажем, переселились сюда, да, и тоже знают наверняка немецкий язык. И вот до сегодня у нас не было никакого неформального объединения этих людей. То есть ничего не было, нигде никакого ни места, ни организации, где бы мы могли вот прийти и друг с другом, условно скажем, пообщаться о чем-то. Просто поговорить просто... на немецком языке, да, да? Да, то есть у нас есть места, где немецкий язык учат, да, у нас есть места, где немецкий язык преподают, и... но нет места, где можно просто пообщаться на немецком языке. Вот с прошлой вот субботы такое место появилось. Я, до речи, мы же заходили в кав'ярню, коли проходило перше засідання, и я згадав, що мені про це розказував Віктор, і я відразу зателефонував, у мене є... два брати, які закінчували ін'яс наш, і вони працювали в Німеччині, певно, і вони сказали, що вони долучаться до цього. Тобто вони дійсно не було такого, вони кажуть, круто, будемо. Іра просила мене не говорити за нашого гостя, але я просто був поражен. Да, прийшло немного людей, це всього було, з Тимуром було всього 4 чоловіка, да. Але це всі говорящі на німецькому язикі. Я думав, прийдуть якісь там студенти, які хочуть подучитися. Но на самом деле было круто, правда? Да, для меня тоже это как бы оказалось такой определенной неожиданностью. То есть я готовился ко всему, начиная от того, что могут прийти люди, которые, скажем, ну просто захотят посмотреть, как это выглядит. Как Богданович знает только Хандыхох, вот он мне так написал. Вот такие могли прийти? Да, могли прийти, конечно, но в анонсе я сразу указал, скажем, такое требование или признак, по которому можно определить. То есть критерий, подходит критерий. Да, критерий, по которому, скажем, вот можно четко понять, подходишь ли ты к этому клубу и подходит ли клуб к тебе, для тебя. То есть, еще раз озвучу, если вы можете рассказать, допустим, о своем последнем путешествии в 60 предложениях, если для вас это не составляет особого труда, то есть можете смело приходить. Неважно, пусть там будут...
там, ошибаться, ошибаться, ну, не грех. Это абсолютно, да, нормально. Наоборот, ты для этого, наверное, все и создавал, чтобы как-то исправлять. Правильно тоже? Ну, и себя. Потому что я видел замечательную вещь, когда ребята исправляли Тимура в одном, там, он написал как-то. Может быть, это, ну, случайно. Не перегибай. Ну, слушай, ну там же было, когда тебе ставили вот здесь какую-то буковку. Ну, не то, чтобы исправляли, но какие-то... Я бы был... Нет, я знаю, что Тимур говорит, но... и думает на немецком языке. Думает, не просто говорит. Поэтому было здорово. А про что? Вот первое заседание была какая-то тема? Классная тема, про тема была, да? Да, конечно. То есть заседание, формат вообще заседания клуба, он такой свободный. Но мы, скажем, направление выбираем. Вот первое заседание, я решил для первого заседания, мы выбрали тему «Мой город». То есть это как раз, вот я думал, не знал, какой будет уровень людей, которые придут, и поэтому на тему «Мой город» можно говорить, начиная от, там, зная там буквально азы немецкого языка, заканчивая историческими экскурсами, да, в историю. То есть, поэтому вот мы говорили о нашем городе, очень замечательно, полтора часа просто пролетели, как бы, и мы не все обсудили, я думаю, через какое-то время можно будет вернуться опять к этой теме, потому что, ну, настолько много есть о чем поговорить, вот. А сегодня у нас следующая тема, и наша тема сегодня — это будет путешествие. Мы будем говорить о путешествиях. Ну, вы там затрагивали часть вопроса о путешествии, да, Юлия Орлович там пыталась рассказывать, ну, что-то или нет? Ну, да, то есть... Насколько я понимаю немецкий язык. В принципе, любую тему можно подтянуть. Вы можете разговаривать, рассказывать на клубе о чем угодно, подтягивая, ну, как бы, любую тему можно притянуть за уши, скажем так. Поэтому это не является каким-то там строгим ограничением тема клуба. Вот. Это кроме еще недели. Тобто ми, у нас є тема ефіру кожної неділі, а ти... А я притягиваю за уши все остальне. Слушай, ну это ж не все, наверное, что ты хочешь. Это не традиционный вопрос, что там ты планируешь. Ну, тема для тебя такая, ты ж такой фанат. Можно говорить, что он фанатик? Ты фанат. Да, я фанат немецкого языка. Это вот клуб на самом деле явился вот продолжением... моего, скажем, фанатизма, да, и этот фанатизм, он проявляется вот в частности и в других моментах. Вот я, например, сделал себе блог, на котором пишу вообще о изучении немецкого языка, о интересных моментах. Этот блог будет интересен читать тем, кто учит немецкий язык. Вот. Он так и называется — блог фаната немецкого языка. Серьезно? Да. Классно вообще. Вот. И... да, если какие-то идеи на будущее, как бы есть, не хочется останавливаться на этом, то есть эту тему, вот проект немецкого разговорного клуба мы будем как бы продолжать и развивать. Я уже понял по отзывам людей и по реакции их, вот в частности в соцсетях, да, что, ну, он будет популярным, уже можно заявить 100%. Вот. И тут же поступили запросы от людей, которые спрашивали, а можно ли привести ребенка? Потому что ребенок тоже, его ребенку нравится тоже немецкий язык, он учит в школе, он и не хватает вот чего-то такого, и можно ли привести ребенка? Ну, я как бы отказал, естественно, потому что разговорный клуб, там, где будут взрослые и дети, ну, наверное, это не самый идеальный вариант. Ну, да, поэтому точно. Для детей... как бы это тоже... Думаете, окремо, да? Да, я буду делать отдельно, он будет немножко выглядеть по-другому. То есть у меня в голове уже есть идея, как бы, но как она реализуется, посмотрим. Это будет такая условная, скажем, продленка. Продленка на немецком языке. То есть почему я так делаю? Потому что дети в наше время — это люди, которые заняты, наверное, побольше взрослых. То есть они делают домашние задания из десятка предметов. Кроме этого, есть еще танцы, ну, кружки. Да, плавание, физкультура, всякие. Да, и так дальше. Да. Если добавить сюда еще один клуб разговорный немецкий, ну, как бы, это будет в любом случае еще дополнительная нагрузка на ребенка. Поэтому вот эта продленка, она будет снимать один вопрос для родителей. То есть мы будем делать на этой продленке домашние задания по немецкому языку, которые у них есть в школе. И после того, как мы сделаем домашнее задание с детьми, которые пришли на эту продленку, мы будем делать какой-то мини-проект. То есть, ну, есть как бы идеи, мы можем что-то рисовать, что-то собирать, что-то обсуждать, делать какие-то диалоги. В общем-то, это будет немножко как бы другой формат, чем для взрослых, ну, естественно. Uh-huh. Вот. И вот это живет пока на уровне идей, то есть... практического какого-то воплощения в жизнь. Ну, это будет точно.
Ну, я думаю, що у тебе... Найголовніше, ми не сказали, це все безкоштовно. Ну, да, конечно. Естественно, мы говорим... Это потому что фанат немецкого языка. Слушай, ну на самом деле у тебя благодатная, наверное, почва, потому что по нашему городу, если судить, если сравнивать с другими городами, да, и наш город, развитие немецкого языка или изучение немецкого языка в нашем городе и в других городах, есть разница? Ну, скажем так, в принципе, разницы нет. То есть у нас есть очень хорошая такая... То есть, сказать, в нашем городе уровень изучения немецкого языка? Ну, неплохой, да. У нас есть педуниверситет, который готовит довольно-таки неплохих специалистов. То есть есть учебное заведение, да, вот есть школы с более-менее углубленным изучением немецкого языка. Вот. Хотя система образования, конечно, у нас, ну, откровенно говоря, в этом вопросе хромает именно в преподавании немецкого языка, потому что, ну, вот сколько я с детьми, скажем, имею дело, которые учат немецкий язык, то, ну, очень мало детей, которые вот действительно любят этот предмет. Для большинства это, ну, такой очередной, скажем, скучный предмет, на который их мало захватывает. Да? Вот английский язык в этом плане... А в чем разница? Вот складнейше вывчать немецкую, ниже английскую? Чи да, то есть разница в изучении немецкого и английского есть. То есть принципы одни и те же, но немецкий характеризуется тем, что на нем гораздо сложнее заговорить на первых порах, чем на английском. То есть в английском языке грамматика устроена таким образом, что можно уже сразу, там, изучая какой-то маленький период времени, уже можно говорить. На немецком языке это сделать гораздо сложнее. То есть на немецком языке, чтобы построить обычное простое предложение, нужно выучить определенное количество правил и провести определенное, скажем, время за изучением языка. Вот, поэтому... Вот эта особенность немецкого языка, она на самом деле очень, очень демотивирует. Если вот методика преподавания не коммуникативная, то можно учить язык какое-то время, там, год, два, три, и в итоге окажется, что ты ничего не умеешь на языке. Ну, ничего не можешь делать, да? То есть ты вроде знаешь бы как... слова, ничего да, не можешь делать, да? Ты знаешь слова, ты знаешь правила, ты вроде бы как учил язык, а когда ты попадаешь в коммуникативную ситуацию, где нужно что-то решить, обсудить, договориться, спросить, понять, услышать, то есть оказывается, что этих навыков нет. Если мы его не остановим сейчас, он будет говорить до следующего утра. Да, у нас час обмежений, але от в першу камеру, будь ласка, заклик такий невеличкий, анонс, дивіться ранкову каву у вікенд, що суботи та що неділі, з 9 до 11 німецькою мовою, якщо можна. Марш, включіть, будь ласка. So, liebe Zuschauer, sehen Sie jeden Samstag und jeden Sonntag von 8 bis 11 Uhr die Rankova Kava. О, ранкова кава. Я понял это. Слово замечательно. Спасибо тебе большое. Велике дякую. У нас сьогодні в гостях був фанат німецької мови, да, викладач та перекладач фрілансер. І капітан нашої тенісної команди по настольному тенісу. Так що. Дякую велике. Обов'язково будемо слідкувати за клубами німецької мови. Слідкуйте за ними і слідкуйте за анонсами на сторінках Тимура та на сторінці Віктора, поки він долучається до цього, поки... Я. І не перемикайте, повернемось обов'язково.